Игрушечные шарики, снеговики, снежинки, колокольчики. Каких только нет украшений на елке в ОКБ имени Семашко. Все они сделаны детьми и внуками сотрудников этого медицинского учреждения. Моя мама работает врачом в больнице Семашко. Эта больница очень красивая, а теперь и елка очень красивая. Вот моя елка. Мы с мамой делали, а я пришивала пуговицы. Я очень люблю Новый год. Это мой самый любимый с детства праздник. Это самый добрый праздник. Я очень люблю дарить подарки и получать их. Когда появилась такая идея сделать елочные игрушки своими руками, мы с детьми сразу уцепились за эту возможность. Ведь мы так мало бываем вместе, мы все время на работе, и детям уделяем очень мало внимания. Поэтому, когда мы весь вечер вместе делали эти елки, это было очень-очень здорово. И у нас получилась такая классная елка в нашей больнице. Старт проекта «Игрушка на елку» был дан в начале ноября, а первые игрушки в ОКБ имени Семашко появились уже через 2 недели. Более 100 участников подготовили необычные и креативные украшения. Всем огромное спасибо, что все откликнулись, что у нас все так здорово получилось. Каждый ребенок получил приз гарантированный. Мы не стали делать это конкурсом, мы сделали просто выставку для того, чтобы у всех было хорошее настроение, никого не оценивать, чтобы каждый получил свой заслуженный подарок за свое творчество. Посетители уже с удовольствием фотографируются на фоне елки и с интересом рассматривают украшения. Они говорят, что новогодняя красавица создает праздничное настроение. Взрослым нравится елочка и детям. Она создает атмосферу, во-первых, теплоты, праздности. Как отмечают в ОКБ имени Семашко, проект «Игрушка на елку» – это не конкурс, а выставка, и все авторы украшений получили заслуженный подарок – 2 билета в кино. Надо отметить, что такой проект организован впервые. Сотрудники ОКБ имени Семашко планируют сделать его традиционным. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».